Здравствуйте, дамы и господа, с вами я, Невернелл, и... Сергей Фрай, это продолжение марафона безумного. Надеюсь, в этой серии мы уже закончим это говно. Да, тут уже трое подохли, вот написаны их имена. Куда он забежал? Перезаряжаю! У меня 42 хп, я ранен, и мне плохо. 42, у меня 80. Как это 42? У тебя нормально, просто не надо мне тут про раненого говорить, заливать еще. Там... Мне показалось, что сейчас зомби какой-то стрелял. А у тренера канистра появилась. Да, она у всех. А, ну да, он сдох, ты про это? Да, он сдох, да. Ну, он так, мы его по пути, в общем, нашли. Нет, тренера утянули четко. Да, тренера просто прокинули. Ой, вы где там? Я иду за тобой. А, ты хромаешь, реально. Уже все так плохо. Тут где-то ведьма, я ее слышал. Ага, она где-то впереди. Или она вообще в доме? Нет, бежайте. А, вон она впереди, аккуратнее, выруби фонарь. Тихо. Нас, волки. Они с топора очень лихо улетают, на самом деле. Они фонари вырубили. Угу. Ёп! Громила. И Жакей. Да, вижу. А Громил идет. Ну, по крайней мере, ведьму он нас не выкинет. Угу. Погнали потихо. Вот она сидит, да, все. Да. Плачет. Плач! А что у нее случилось, интересно, в жизни? У нее то ли с ребенком. Так, давай-ка в дом зайдем. У нее вроде что-то с ребенком стало, если не ошибаюсь. Откуда такая история? Так вроде где-то писалось про это. То ли на каком-то паблике ВК-шном я увидел. Что там? Блин, коктейль выкинул. Не надо, плохая идея. У меня желчь, я ей, в принципе, не пользуюсь, коктейль-то лучше. Так, погнали, тут через окно можно пройти. Ну давай, я просто. Надо быть повнимательным, может, что пропустили. Ага. Я пока тут порублю во дворе. У меня сразу топорик. Да, ре. Я помню. Какой фонарь ты помнишь? А? Вы чё в меня стреляете? Тренер, ты не офигел? Ты мстишь за то, что мы тебя кинули? Вау, опять ливень начался. Он, знаешь, он каким-то перерывами этот ливень. То есть, то нету. Да. Вау, курильщик. Умер вроде. Там еще плевальщик. Я вижу зато прекрасно. Да? Ага. Я думал, что там еще жердя идет. Я сейчас патроны пытаюсь экономить. Блин, если мы не дойдем до базы, у меня 15. Все, меня обливали. Где ты? А я тут. Его. Да, я стоял в доме. Вижу его, взорвал. Я тоже облеванный, но. Да, ну теперь помогите, на меня сейчас орда побежит. Где ты? На меня тоже орда слетела. Я не понимаю, где ты. Я вот стою, где ты. Да, нормально, я вот. Я за тебя стою. Своим телом. Топором. Топор почему-то сносит чисто бошки. Иногда даже когда бьешь не в бошку, он реально да, ее скашивает. Да. Скашивает. Ну он такой прям мощный, брутальный. Нам куда идти-то дальше, я не помню. Вот к тому. Тут что, опять ведьма? Не думаю. Аккуратней! Ну так, да. Мне хана. Там машина, там еще машина с фонарями, она может начать. Ты что, в меня бежишь, Флоу? А почему он не загорелся? Я мне укинул молотов. Не знаю, он в меня бежит. Все. А тебе не кажется, что мы его быстро убиваем? Да потому что вчетвером его гасили, и не было больше противников. Понимаешь, что когда еще есть противники, то они гасят противников. Они гасят не чисто него. Это мы его гасим. Стой тут. А, это ты уже зашел? Умненький какой. Блин, что-то нету ни хера, мне аптека нужна. Вот тут вот может что-то будет. Сейчас. Может быть, но нет бомба, ничего. Бомба будет. Тихо. А чё, окно не вы... Зашибись. Погнали, оно не выбивается. Да. У нас с тобой очень мало хп. Жакей. Так, давай-ка я в дом уже пройду. Это ж наша база, да, вот это? А, вот скорая помощь, подожди. Тихо, тут где-то жакей. Блин, нихера тут нет. Вообще? Я тут в доме пока обшерстю все. Давай. Тихо, он где-то прям рядом. Где? Сзади тебя. Нет, жакей. Жакей, я хз, где? Где-то лазит. Может, тут прям за дверью? Да нет, тут так. Элис! А, ты убил его? Молодца. Пошли. Перезаряжаю.
Тут выход и проход дальше. Вот туда между. Ага, ага. Там наверху еще. А, мне это тупик. Сливается где-то. Это тупик. Она в доме. Угу. А, у меня патроны сейчас кончатся. В дом давай. В дом, в дом, в дом, в дом. Без патрона вообще не круто. Они пусть отстреливаются. Я без патронов это ничего не сделаю. Так, давай-ка на второй этаж пройдем. Сейчас я тут, может... Не, это выход, закрыть дверь. Они какие-то идиоты, они дверь не могут закрыть. Шуршим дом внимательно. Угу. Тут может быть много вкусности. Я слышу, ну, я надеюсь, что тут хоть что-то будет. Во-первых, тут где-то охотник. Он может быть на крыше, мы его так не заметим. Слушай, давай переждем этот ливень. Просто надо переждать. Чувак, я сейчас так пережду, блин, меня тут нагнут. Где ты? А я заперся в ванне, сейчас бомбу кину им. Отходи, забей. Ага. Я им кислоту еще кину. Это не обязательно. Все. Так, тут ливень, когда кончится, потому что реально в ливень идти это смерть подобно. Конечно, понятно, что там в любом случае в пятой части постоянный будет ливень, но все-таки. Тут идти в ливень. Нет. Тихо. Так. Где он? Вот он там, чувак, иди сюда. Где? Он упал? Да. Погнали, нам в любом случае падать идти дальше. Так, площадку мы в тот раз проходили. О, тут недалеко осталось. Ну пойдем, сможем, я не знаю. Если доковыляем. Я надеюсь, что сможем. У меня 5 хп. 11. Тут домик. Вот, вон, вон оно, вон оно! Ну давай, сейчас нас вот танк вынесет камнем. Какой танк? Не пугай. Сейчас открываешь и 5 ведьм в убежище. Ходите. Уроды, идите сюда. Ковыляйте сюда, я вас. Быстрее, придурок. Вот как это надо делать. Мы видит. Вот так вот. Ой, наибольшее коло зараженных. Ну да, бошки там пошибал. Мы вообще мало, кстати, в этот раз убили. Нам повезло. Это, знаешь, это перед финальным нам отдых сделали. Да, катка лютая была. Мне нравится последняя миссия, где там на крыше, ну, в этой отбиваться в начале. В домике. Да-да-да. А потом прорваться к лодке. Или к самолету, что там было. И, как правило, кто-то один помирает. Ну да, я никогда еще вроде здесь... А, у нас сегодня с этим, как его, с пандой, этот, чувак повис на балконе и, короче, спикировал головой вниз. Мы в смысле? Ну он сдох, и как бы тело обмякло, и он спикировал вниз. Это наш? Я имею в виду чувак? Да, чувак, да, живой, играл с нами. Так, ну я отсюда не... Так, слушай, а где тут аптеки? Не буду брать. Чего? Аптеки, ура, наконец-то я знаю, я узнал. Где аптеки, где аптеки? Дефибриллятор не буду брать. Возьмешь дефибриллятор? Да. У меня бомба есть и шприц. А может мне взять... А, у меня так коктейль. Ну ладно. А выходим? Все, пошли. Да. А что еще надо для счастья? А для счастья? Наверное, пройти. Я прям борзый. Парков. Просигнальте вывеской бургер танка. Да, вон она. Помнишь? Ага. Мы в нем и будем отсиживать, потому что они туда побегут. Мы просигналим людей, будем ждать, если не ошибаюсь, пока кто-то прилетит. Зачем, правда, топливо, я не помню. Вроде для вывески, чтобы она сработала. А разве? А не для вертолета? Не, вертолет прилетит. Он на вывеску прилетит. Хорошо. Давай, давай, давай. А, мы ее подожжем, если не ошибаюсь. Нет. Че, я нажимаю? Я нажал. Ага. А зачем тогда это я не знаю, серьезно. На крыше будем отбиваться. Тут этот, тут молоко. Я не понимаю. А по-моему, это надо будет в лодку заливать, нет? Я не помню. Честно скажу. Я вниз кинул, если что, внизу подорвать. Ну ладно. Хорошо. Туда иду. Подорвал, нафиг. Не хочу. А там аптеки внизу остались какие-нибудь? Может быть, кстати, есть, но у меня есть аптечка. Ну я понял тебя. Нам... О, началось. Я тебе скажу наверняка, что сюда 100% придет танк, поэтому имею в виду. Это да, это однозначно, я патроны для него... У нас Элис сдох. Все, совсем? Нет, не совсем, а... Ща его оживлю. Прикрой, прикрой. Бейте, жердяя. Сейчас.
Да, убили, обливали. Чуть-чуть. Все, успел. Так, чувак, я облеван. Да я думаешь, нет, нет. Знаешь, будет весело, если тут... Когда будет лодка, я так думаю, я вколю себе адреналин. И побегу к ней. Серьезно, потому что... А, тут баллон еще есть зеленый вот справа. Да. Но бежать к лодке будет, конечно, адово. Все, пипец. Теперь я смотрелся. Я упал вниз просто. Поднимаюсь наверх. Ты же не стал падать? Тут только тренер такой идет, что пас. Для этого моему примеру. Танк идет, внимание. А сейчас тренер сдохнет, скорее всего. Ну давай, танчик. Я сейчас, я какого коктейль... фига у меня УЗИ? Отойди, отойди. Какого фига у меня УЗИ? Где моя штурмовая? Тут есть штурмовая. Все, валили. Тихо. А что мне брать? Ты где вообще? Я вниз прыгнул, у меня. В чем проблема-то? У меня УЗИ. Так, слушай, я пошел вниз, прыгну, там бомба есть. Еще рот. У меня УЗИ, вот в чем проблема. Так, я похилюсь. Пока есть время. Мне нужно подлечиться. Проблема в том, что у меня УЗИ, ты понимаешь, это просто. Так, две аптеки есть внизу, предупреждаю. Где? Быстро, я ее возьму. В шкафу. Ай, помоги, меня курильщик поймал! Где? На лестнице, на крыше. А, сейчас, блин, мне выйти туда надо. На лестнице? Да, вот на пожарке меня поймал. Прям через... Которая на улице, что ли? Я что-то не очень понимаю. Тебя спасли? Нет, меня не спасли. А где ты? Ну где, блин, в кафешке? Сам... Сука, как объяснить? Я не понимаю просто, где ты, и меня еще нажимают так люто. Короче, я сдох. Я в самой кафешке валяюсь. Вот, иди смотри назад, разворачивайся. Ты где? Иди, вот туда, вот, прямо иди, сейчас двигайся, туда за стойку заходи, и там меня найдешь, меня ресни. А, сейчас. Давай, забей. Где? Нет, заходи в саму. Да, в саму заходи. Вот эта тварь меня, курильщик, поймал. Вот, и я валяюсь вот тут, вот, направо. А я вижу тебя, фибриллятор. Это не я. Сука. Где? Сейчас не помешал. Здесь танк. Ну все, нас разобрали. Я ранен. Давай еще попробуем. Я сам не так далеко. Ну да. Блин. Придется. Да, давай, что делать? А, давай не будем спускаться. В смысле? А я не хотел меня от этого. Какого я упал от этого. Какого хрена у меня было УЗИ? Просто какого хрена у меня было УЗИ? Как мы ему просигналим? Кто мне объяснит? Ты понимаешь, у меня был УЗИ. Это да. Так, я беру. УЗИ, сволочь, УЗИ. Возьми бомбу, я взял коктейль. Беру. УЗИ. Я, наверное, мы проиграли из-за того, что у меня было УЗИ, потому что... Давай-ка побыстрее это дело пройдем. Ага, с винтовкой я бы его убил, скорее всего. Это было бы намного проще, чем с УЗИ. Как она подобралась? В общем, я пошел вызывать помощь, ты тут отбивайся, я просто проберусь туда. Так, тасманский дьявол пошел в Чиверли. Чего? Татас пошел в Чиверли. А что это за игра? Ну, Medieval Warfare, это мы в нее тоже будем записываться. Ну что, не знаешь такую игрушку про рыцарей средневековья? Да ладно, угораешь. Там, типа, ты играешь за рыцарей в средневековье и на ограниченной карте вы мочите? Ну это не на то, что не ограничено, это раньше была модификация на Half-Life такая. А, и там на проходняк она или... Нет, просто как Left 4 Dead, ну такой, как контра. Как контра, только в средневековье. Понятно, все, я видел ее. Я видел нарезку. Она у меня на канале есть даже. Я просто видел нарезку по этой игре, поэтому особо и не знаю ее. Ничего там. Ну, они просто поднимаются, а я их режу сразу же. Ой, я упал. Чиверли на канале есть, можете посмотреть. Так. Ой, блин. Главное не упасть. Кто-то упал, да? Блять, брат. Так, сейчас там. Жердяй. Курильщик, брать. Где? А, курильщик. Где он? У меня есть. Убил. Меня спас, кстати. Спасибо тебе. А, не болеет. Вот этот лебедь, он меня бесит. Я надеюсь, к нам ведьма не забредет. Это будет вообще плохо, если она зайдет на огонек.
Так, о, успокоилась потихоньку. Можно продолжать. Упал вниз. Давай, давай, быстро поднимайся. Да, иду. Элис, где Элис? Его хилить надо, ну ладно. Да, я вот в тот раз вот так же поднимался по лестнице, мне там, там. А у меня танк. Это, у меня дробаш. Мы же одного вроде танка завалили, нет? Кстати, тут бомба еще, видишь, одна? А, где? А, вот, прям перед танком. Да стрельни в нее тогда. А, она не взорвется. А, бомба такая. Понятно. Да, да. Все, я прям специально стоял до финального, я знал, что он сдохнет. Ладно, ничего я не знал. Так, а сколько ждать эту сухерь? Я не знаю, вообще оно обычно долго бывает. Хорошо. Ну, а чё? Началось вторая, второе пришествие. А ты знаешь, что оно упало вниз? Тут дырка. Да. Ты ее видишь, чтобы в нее прострелить? Осторожно! Аккуратней сзади, убей. Так, еще. Так, ладно, сзади буду прикрывать. Тут бежал какой-то зомби. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаешь, что зомби кричал? Плагиат! Блин, а, да, есть такое. Ой-ой-ой-ой, Жакей. Где он? Вот. Элис упал. Элис надо понять. Левальчик ползет. Убили. Элис. А, Элис умер! Не ожидай. Сейчас его буду резать. Ты хочешь его оживить? Ну а чего? Давай, нам... давай, давай, попробуй закрыть. Прикрой. Нафига мы тогда его брали? Ты оживил? Да, курильщик. Внимание. Да. Ты где? Сзади. Да, они оба упали, походу. А, нет, Элис тут, а тренер поднимается, понятно. Давай, тренер. Так, наверное, мне надо спрыгнуть вниз, еще аптеку взять. Там же осталось. Ой, мне надо похилиться. Мне нужно подлечиться. Чуть не сдох. Там сколько аптек осталось? Все, ноль, я забрал последнюю. Ладно, тогда я не буду спускаться. Полечу. А, вот на какой ты лестнице был, я не знал, что. Да, меня вот тут он сапал прям в лоб. Тихо-тихо, идет сзади. Кто? Танк? Да. Поднимается. Не прекращайте стрелять! Да, главное стрелять. Убегай, стреляй. Сдох, стреляй. Сдох так, что не можешь стрелять, все равно стреляй. Главное стрелять. Ёп. Да, я видел это. Можешь не комментировать. Ты улетел красиво. Я улетел, так скажу, очень далеко. А ты вообще где? Ты за картой, да? Ты за какой картой? Я вылетел за эту. Слушай, а тут патроны есть внизу, сумка? Мне надо патроны взять. Где? А, все, вижу. Наверх Жакей. Собираемся. Жакей. Перезаряжаю. Надо наверх забираться, сейчас будет толпа. Идем, идем. Тренеру надо помочь. Я поднялся. Идем. Тихо! Слышал? Да. Так, иди сюда, ты где? Здесь. Кучу, кучу, кучу. А где она, чувак? Куда указывает? Все. Прорыв, 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 прорыв. Колю! Побежали! Хорош! Слушай, у меня сейчас такая веселая стрельба в этом адреналине, я ее не слышу практически. Да-да-да. Ща. На, танк! Кстати, если они не заберутся и танк сюда зайдет, он нас убьет. Нет! Да нет, я бомбу кинул. Один умер, я тоже кинул. Нормально, все, четко. Кто умер-то? Этого тренер, как всегда, сдох. Мы вдвоем спаслись. Шикарно. Я зарабатываю достижения метеоролог. У меня уже оно было. Спи спокойно, тренер, написано. Это, скорее всего, потому что я вколол себе и пробежал. Да, не знаю. Да, да. Печально. Ну, тренер, мы его кидали, мы его... Мы только Элиса спасали. Мы по три раза с тобой умерли всего лишь на всё. Сколько получается? 4 части просняли? Колво выходов из строя, 12. Итого 6 с тобой. Что 6? Всего серии по Left 4 Dead получается. Да, 6. Но я продолжу также исчислять с тех серий. Ну да, я тоже буду делать на превьюшке значок типа 6. Надо сделать себе превьюшку, вот этот значок. Ну я потому что начал на хоррор делать значок. Ну да. Ладно, ребят. Да, все. Спасибо за просмотр. Заходите на канал и подписывайтесь. Да. Ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.